Да иди отрицательно в качестве моего характера, одно из наиболее ярких, мне кажется, это любопытство. Поэтому очень часто я разговариваю с людьми разных профессий и завожу разговоры инкогнито, не открывая свои музыкальные профессии. Меня всегда интересовало, вот как эти люди относятся к музыке, как они слушают ее, как они относятся к нашим современным композиторам и композиторам. Некоторые не имеют сомнения о музыке только по словам. Они говорят, что музыка прошлого очень красивая, а современная музыка сложная. Но когда они слушают ее, я сам слушаю это, я так отвлекаю современную музыку в очень красивых местах, что получает большое удовольствие и эмоционально получает большую ценность. Мне кажется, что вся наша великая армия музыкантов, великая армия рядовых музыки, великого искусства, должна буквально от мала до велика всех научить слушать хорошие, первоклассные звучания. Мир произносит слово. Поэтому наша задача. Товарищи красные, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской, Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов, дала тем пример для всех народов Земли. Красная армия сплотилась, поднялась, создала от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой. За крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений. Смелее и смелее идут за врага, знается близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян красной армии, впрочем, этим не расторжим. Ведь они знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами деревнях, худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей, действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Летний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наливается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, берет своим трудом. Советская власть подарит кулаком очистить деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и среднейшим и средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила Венгрию. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, только дружно. Смело вперед против врага.